начинает команда Ярославль 2. Ура! Это по кому? По борцу. Пятое место. Ярославль 1. Ура! Поздравляем! Четвертое место. Ермак. Ура! Ура! Так. Третье место. Лесная Фея. Барышни, барышни. И все равно мы третье. Второе место. Кинцова. Ура! Кинцова. Ура! И первое место. 417 баллов. Вековщина. Ура! Молодцы! Ура! 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 Блять, бери это. Второе место. Хан, владелец Азаров. Ура! Ценный приз, между прочим. Два штука. Два штука. Полевой чемпион. Стакан. Владелец налетов. Молодцы! Андрюха, это не тормозные колодки, блин. Я знаю, что делать. Лучший молодой кобель. Колчан Зоткин. Ура! Марин, сфоткай ее, сфоткай, Дина, получи. Или ты снимаешь видео? Снимаю. Ура! Ура! Я видео снимаю. Стой! Стой, Марин, стой! Вот стой, вот стой! Стою! Я такой молодой кобель, прям вообще обалдел. Да. Лучшая молодая сука. ЛРЕ Чара Смирнова. 65 баллов турнир. Молодцы, ура! Ура! Всем спасибо за мероприятие. Сейчас у нас награждение будет бабка по льерному кабану. Ура! А можно посмотреть, послушать-то? А то спасибо, уходите, мы даже кабана награждаем. Но мы тоже участвовали. Сначала командное первенство. Тихо. Третье место занимает команда Ярославского областного общества. 81 балл, 1 диплом. Третья степень. Ура! 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 Так. Второе место занимает команда Лесная Фея. Давай, Галчук! А фото! Так, Саш, делаешь? И первое место занимает команда Вековщина. 287 баллов с огромным отрывом. Все собаки сработали. Молодцы! Молодцы! Все четыре. Так, теперь лично первенство. Так, первое место. Третье место заняла Западно-Сибирская лайка быстро. Гребенщикова из команды Ярославля. 73 балла, диплом 3. Ура! Второе место занимает Гроза. Егаль. Фэй рулят! Ура! Поздравляем! И первое место с 88 баллами и звание полевого чемпиона завоевал Ярый Налетова с 88 баллами и дипломом первой степени. Ура! Ура! Ну все, мы пары не выступали, поэтому нахуй. Пары. Всего у нас работало две пары. Второе место занимает пара Лихой Чок и Шум Козлюка. Владелец Семиров, 63 балла. Молодцы! Поутру. Арбузная корка, ну прокатит. Первое место в парах и звание победителей в парной работе занимает пара
западносибирских «Дракон» и «Дунай» Налетова. 81 балл, диплом второй степени. Молодцы! Спасибо! Обязательно, нам понравилось.